главный государственный праздник Татарстана – День Республики. И в этот день хочется сказать, чтобы эта дата стала символом мирного, крепкого, благополучного будущего нас и наших с вами детей и внуков. В этот торжественно-праздничный день в продолжение реализации республиканской программы об устройстве парков и скверов в нашем городе открывается сквер молодоженов. Согласно замыслу создателей сквера, он станет специальной зоной для свадебных фотосессий. На аллее молодоженов написаны поздравления на русском, татарском, удмуртском, чувашском языках. На центральной площади арт-объект в виде объемных букв, образующих слово «любовь», который стал ответом аналогичной конструкции в Лондоне. Здесь молодожены смогут закрепить свой союз и повесить замочек любви с именами новобрачных. Также в сквере есть амфитеатр и зона для свободного отдыха горожан. При благоустройстве сквера создатели придерживались исключительно экологического подхода, максимальное сохранение естественного рельефа территории и используя природный камень. Здесь имеется зона тихого отдыха с дорожками и площадками и зона для проведения церемоний. Здесь можно будет наблюдать за праздничными мероприятиями, происходящими на площади. Слово для открытия праздника предоставляется главе Павлинского муниципального района Рамилю Хакимуловичу Гатиатуллину. Кадрле, Бабалар, уважаемые Павлинские, разрешите от имени Совета Павлинского муниципального района депутатов, исполнительных комитетов от себя лично поздравить всех жителей Павлинского района с праздником Днем Республики Татарстан. Этот праздник – символ единения, мира и согласия народов, многонационального Татарстана. В этом основа развития, успеха и процветания нашей родной республики. Понимая и поддерживая друг друга, мы реализуем масштабные проекты и добиваемся высоких результатов. Татарстан – один из наиболее развитых регионов России. И в этом, несомненно, есть заслуга каждого из нас. Праздник, являющийся важнейшим событием, вписанным золотыми буквами в летопись Татарстана, олицетворяет величие республики, имеющей многовековую историю и традиции его национального народа, олицетворяет единение, мир и согласие народов Татарстана, вдохновляет нас на новые достижения во имя процветания и благополучия отчизны. Республика встречает свой день рождения в созидательном труде. Устойчиво растет производство промышленной продукции, увеличивается ввод жилья, радует показателями труженики села. Ощутимый вклад в экономический прогресс вносят представители малого и среднего бизнеса. Поступательное развитие экономики позволяет все увереннее решать социальные проблемы в сфере образования, здравоохранения и другие. Такое же солнце обогревает всех жителей республики. Новое достижение вселяет оптимизм, укрепляет национально-культурные традиции, улучшает благосостояние трудолюбивого и независимого народа. Каждый день приносит радость и гордость за свою родину. От всего сердца желаю всему народу Республики Татарстан здоровья, мира, семейного счастья, согласия, безоблачного неба, уверенности в будущем и дальнейшем развитии всех наших планов, больших успехов в труде во имя процветания и развития Республики Татарстан. И разрешите от имени всех бавлинцев выразить огромные слова благодарности строительной компании «Омега» за такой прекрасный объект, который сегодня в День Республики мы открываем. Надеюсь, вот та программа скваров, парков и скверов, которая началась в прошлом году, будет продолжаться. И наш город будет прирастать такими объектами и улучшать свои пространства. Здесь мы можем культурно, хорошо отдыхать. И я очень рад, что такие объекты у нас появляются. Наша главная задача теперь его сохранить и приумножить. С праздником, дорогие бавлинцы!